открываем нашу вторую ежегодную церемонию награждения финансовых директоров России Института Адама Смита. Вот эта награда мне особенно приятна с точки зрения вручения, потому что, во-первых, ну вот вы, наверное, читали критерии, что это финансовые директора, которые не достигли возраста 35 лет. Особенно приятно вручать именно эту награду вот уважаемым людям, которые находятся в этом списке, да, из них жюри, безусловно, выбирало. Я с особым трепетом открываю этот конверт и хочу сказать, что эта награда уходит Геворку Вермишену, компания «Мегафон». Для нас большая честь присутствовать на данной церемонии, тем более честь вручать номинацию в той категории, которая соприкасается с тем, что делает СИМА в России. Это именно вот лучшие стандарты управленческого учета, Science, так сказать, Management Accounting. И я бы хотела представить, естественно, нашего номинанта. Значит, лучшие, или скажем так, Best Financial Control and Planning, то есть победитель номинации «Финансовый контроль и планирование» Наталья Русских, Фармстандарт. Я хочу поблагодарить финансовую команду Фармстандарт, благодаря которой я получила эту награду. Большое спасибо. Мне очень приятно вручать эту награду. Уверен, что каждый финансовый директор считает, что у него есть финансовые достижения в прошлом году. Но я также доверяю нашему авторитетному жюри, которая оценила все финансовые достижения, и поэтому награда вручается наиболее динамично развивающейся российской ритейл-сети «Магнит». Мне очень приятно вручить следующую награду, поскольку командная работа очень важна, мы это знаем. Мы сами делаем проекты и понимаем, что это залог успеха. И награду за лучшую финансовую команду года вручаем компании «Аэрофлот» Шамиль Курмашов. Спасибо большое. Мы, как учитывая, что это финансовый форум все-таки, и здесь коллеги-финансисты собираются, авиация – самый низкомаржинальный бизнес. И нам очень сложно, как финансовой команде, ковать из этого низкомаржинального бизнеса, причем всегда остаются недовольными, финансовую стабильную компанию. Ну, друзья, конечно, радостно именно эту номинацию вручать, потому что мы тут с друзьями за столом, с членами жюри мыслями обменивались. Конечно, экономика зависит от больших корпораций, но реально на своих плечах и занятость, и, так скажем, услуги во многом несут именно те, кто размером поменьше, но, в общем, от этого не менее значим и не менее озабочен делами общими. Кстати сказать, мы именно под эту группу компаний, у нас появляется специальная программа учебная, она называется «Практикум». Мы сконструировали очень интересную четырехнедельную программу, которая позволяет действительно людям быстро добрать тех знаний, которые нужны для того, чтобы быть эффективными, выращивая свои компании. Итак, да, Михаил Канцельсон, Бюргер Кинг. В нашей компании принято, чтобы маркетинг получал все благи. Также хочу сказать огромное спасибо жюри за высокую оценку нашей работы от лица всей компании Burger King. Цель нашей компании – занять лидирующие позиции на ресторанном рынке России. И очевидно, что для этого нужна сильная команда. Наличие вот этой награды означает, что, видимо, мы на верном пути. Спасибо еще раз большое и жду вас всех в Burger King. Когда мы выбирали номинацию, мы ни на секунду не задумались, потому что в прошлом году мы приобрели российское отделение American Express Business Travel и весь год занимались слиянием. Поэтому я считаю, что нужно 4 приза, потому что люди, которые прошли через M&A, должны все получить приз, независимо от того, кто выиграл. Ну, так не бывает. Все равно кто-то один. Ну, ладно, тогда выбираем одного. Победитель – Роснефть for the TNK BP Acquisition.
От команды Роснефти и от Кристофа большое спасибо. Я думаю, что мы все здесь согласны, что это не сравнительная сделка, и это просто гордость России. Спасибо. Basically, reward for their loyalty, for having an end-to-end solution with us. Backing on Oracle from end-to-end is the company called Eurochem. It is Eurochem, it is a company that really is loyal for us for the past years. And I would like to welcome Andrei Lin, the CFO of Eurochem. It's my pleasure. Мы, по-моему, научились использовать Oracle в качестве инструмента управления. И я думаю, что компания Oracle на самом деле это признала, и нам действительно очень приятно. Спасибо. В прошлом году мы работали с несколькими десятками клиентов и хотели отметить одного из них. Мы поразились компании, которая за короткий срок смогла изменить свои процессы. И это не только отразилось, а положительно отразилось на финансовом результате. Это компания КАМАЗ, Елена Меленкова. Дорогие друзья, я хочу видеть свою страну, свою компанию КАМАЗ, в которой я работаю, современной, конкурентной, лишенной бюрократического цинизма и коррупции. И мне кажется, что это внутренняя мотивация – это та точка опоры, которая позволяет изменить весь мир. Я предлагаю вам поднять ваши бокалы и выпить за перемены, за настоящие, искренние мотивацию. Победитель номинации «Лучшая сделка по привлечению капитала» находится в зале, и приз вручается компании Medical Group. Мать и дитя! Безусловно, очень приятно получить этот приз от лица нашего, хоть и небольшого, но очень теплого медицинского и не только коллектива. Я хочу сказать, что наша сделка по привлечению капитала, как это здесь называется, на самом деле это был IPO на лондонской бирже в октябре 2012 года, безусловно, для меня и моих коллег является огромным успехом. Но в то же время хочется сказать, что мы находимся в начале, и если перефразировать известную цитату, маленький шаг для нашей компании – это огромный скачок для всей частной медицины в России. Рада вас всех приветствовать, очень рада всех видеть, очень рада видеть довольных номинантов и победителей. И победитель в категории «Лучший проект года» признана компания «Сухой». У нас был год тяжелый, год объединения. Уже звучало, что те, кто пережили слияние, ну, знают, что это такое. Мы слияние пережили. И Oracle нам тоже в этом помог. Спасибо. Мне очень приятно, что я могу открыть сегодняшнее мероприятие. И я знаю, что называется здесь CFO от Russia. Но я, как человек, который работал в сфере IR, и в Англии, и в России, я могу сказать следующее, что работа для любого IR-шика в России, те сложности, с которыми они сталкиваются каждый день, масштаб проблем, которые возникают, непредсказуемость и темпы развития событий просто несравнимы с любой работой любого IR-шика в любой другой стране, как в Англии. Я считаю, что это CFO Awards международного сообщества, глобального мира, большого мира. Поэтому мне очень приятно сейчас открыть конверт и понимать, кто лучшая IR-команда всего мира. Компания, которая не только придерживается лучшей практики в области IR, это компания, которая определяет лучшую практику. Уралкали! От лица команды Уралкали хочу поблагодарить организаторов церемонии за то, что высоко оценили нашу работу. И, конечно же, результаты нашей работы не были бы настолько высокими, если бы не наш финансовый директор
Виктор Беляков. Он тоже на пляже, нет? Признавайтесь. Нет, он не на пляже, он не спал. Он работает. Он на работе. Да, он хорошо. Но это действительно так трудно, как говорил Том. Это действительно так трудно. Действительно так трудно. Поздравляем вас и вашу компанию. Мне повезло, я как финансовый директор вручаю исключительно финансовую, прям совсем финансовую, да, такую номинацию. Казначейство, казна. На чем сидят финансовые директора? На деньгах. Не знаю, кто победил, сейчас узнаю, скажу. И победитель, по-английски, winner in the category Treasury of the Year, Павел Ананенко, Сибур Холдинг. Насколько я знаю, так, по моим сведениям, это управление не миллионными, а миллиардными денежными потоками в иностранной валюте. Спасибо. Спасибо большое, но мне кажется, приз дали неправильный, потому что мы участвовали в номинации «Казначейство года», а не Павел Ананенко «Казначейство года». Вот, поэтому эта номинация, она достается казначейству Сибура, которое здесь присутствует. Ну, тащите их на сцену точно так же, как и Или хотя бы вставайте, чтобы мы вас поприветствовали. Еще раз давайте тогда вставайте. И ваши аплодисменты, уважаемые гости. Это ваша награда, ваша заслуга. В этом году действительно, ну, во-первых, вся нефтянка выступила, весь телеком выступил, весь ритейл, все, как это сказать, летчики, что ли, включая и Трансайр, и Аэрофлот, и Севен, все представили себя в каких-то номинациях. А что будет в следующем году? Слушайте, ну я с ужасом думаю, просто с ужасом. Во-первых, мы ждем роскошь. Надо зал побольше будет искать. Ну вот в этой номинации побеждает, Николя Паско. Хочу вам сказать спасибо, во-первых. И хочу сказать, что роль финансового директора достаточно маленькая, это просто зависит от роли компании. Я хочу благодарить своих коллег сегодня вечером, которые здесь, Лилия, Виктор и Джордж. Потому что команда работ, мы все работали, и наш PR-агент Том Блэквелл, M Communications. Спасибо, и для нас этот сделок был большой и успешно. И я не буду долго разговаривать, хочу продолжать этот вечеринка вместе с вами. Спасибо. Мне выпала очень ответственная миссия. Тихо. Назвать... В общем, разрешить интригу сегодняшнего вечера и этого долгого процесса выбора. Я надеюсь, что жюри провело очень сложную работу, потому что, на мой взгляд, все представленные номинанты здесь достойны этого звания. Поэтому я с радостью называю... победителя в этой номинации. Это компания «Евросеть» Дмитрий Мильштейн. Я хочу сказать несколько вещей, ну, поскольку я, наверное, закрываю уже все это мероприятие. О, столько было открывающих, а закрывающих один. Хорошо. У меня большое чувство гордости за себя. Я хочу сказать... У нас за вас тоже. Я действительно не ожидал получить эту награду, особенно учитывая таких достойных конкурентов. Большое спасибо жюри. Я хочу сказать большое спасибо Адаму Смиту, конференц, устроителям. Надо сказать, что вы реально очень сильно выросли. Когда я увидел имена приглашенных, желающих участвовать в этой конференции финансовых директоров, это поразило. И последнее, ну, поскольку я последний, я хочу сказать кое-что личное. Как правило, когда ты идешь вперед, бежишь вперед, ты на многие вещи не обращаешь внимания, не замечаешь. Иногда это происходит там со злобы, иногда не со злобы. Я хочу публично при всех попросить прощения у Виталия Подольского, за то, что просто на самом деле это тот человек, который меня сделал, который меня вырастил, который мне объяснил, что такое жизнь.
и что такое финансы. Виталий Подольский. Просим. Немножко запоздалое прощенное воскресенье. Лучше поздно, чем никогда. Это не было спланировано, честно скажу. Я немножко шокирован, и, наверное, придется простить за мелочь. А на самом деле планировал, что я выйду на сцену, правда? А для того, чтобы объясниться жюри. Потому что действительно выбор был очень тяжелый. И спор, который возник, был очень непростой. Наше жюри отличает от многих других, как все знают, финансовых директора, что у него, у которых нет строчки в бюджете, оплата жюри Адама Смиту за номинацию. Это не намек. Вот, поэтому приходится выбирать честно. В отличие от многих номинаций, которые мы все знаем, поскольку мы оплачиваем счета. А по поводу объяснения, тем не менее, я хотел рассказать. Да, действительно, Дима намекнул о том, что Дима знает 2003 года и как таковой кое-что обсуждал жюри. Это не номинация за прошлый год, реально. Это ситуация, которая нам показалась, может быть, несравнима по размеру с BP и ТНК и с многими достижениями. Но она была показательна на фоне той сделки кризиса 2008-го, когда обанкроченная сеть, не имеющая бизнес-модели, с дефолтом в миллиард, с прокуратурой в офисах, с войной с акционерами, с остановившимися партнерами, оставлена была сама по себе, где на самом деле, что бы ни смотрели со стороны, поверьте мне, как человеку бывшему там внутри, группа ребят, новых и бывших, из банкротной сети, с не имеющей бизнес-модели, за 4 года сохранили сколько? 40 тысяч рабочих мест. И больше практически никто не сохранился в этом секторе, кроме еще Связного, великолепной компании. И акционеры заработали десятки тысяч процентов доходности, и сохранились рабочие места. И при всех сложностях, войн и прочих, я хочу сказать честно и искренне, как инсайдер, все это благодаря Диме Мельштейну. Это то, что я рассказал жюри. И именно это, наверное, инсайдерская информация и ситуация. Хочется стать примером, и такие примеры есть, и, надеюсь, будут, когда команда, верящих в бизнес, в команду людей, будут сохранять и развивать бизнесы, несмотря ни на что, что создает государство, экономика, кризис и остальное. Дима, спасибо тебе, я горжусь тобой и новых подвигов. Спасибо. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, 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 do I. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I